предыдущих сериях. Пойдем, Олив. Что происходит, священник? Я просто хочу помочь. Думаешь, ей станет лучше, если она будет думать, что ее отец верит в магическую силу воды? Я хочу знать, что происходит, знать, почему он врет мне. Олив была беременной, когда ты уехал, но не все пошло гладко, и ребенок прожил всего несколько часов. Ты знаешь сына Кисов, студента Брайана? Да. Он хвастался в пабе, что провел ночь с Руслицей. Если хочешь мое мнение, сын, то вам нужно уехать. Бери Рус и уезжай подальше. Забудьте нас, начните заново. IDIKOR. Что это значит? Озвучили Уэйтс и Катерина. За предоставленный перевод большое спасибо Дмитрий 117. За помощь в создании релиза спасибо Буэксноу. Дом на окраине. Первый сезон, 5-я серия. Рус, я в деревню. Может, переедем? Ты и я. Уедем отсюда и начнем все сначала. Подальше от этого. Этого? От всего. Даже от Алисы? Алиса мертва. Она все еще здесь. В доме. В лесу. Здесь ее могила. Но... Я не могу уехать, Пол. Не могу. Хорошо. И все? Да, все. Как ты мог такое предложить? А почему бы и нет? Вдруг поможет. Не обязательно далеко. Можно найти дом в деревне. Детям не придется менять школу. Не буду я переезжать. Даже ради Эми? Если бы это помогло, я переехала бы завтра же. Но от этого станет только хуже. Но почему же хуже? Так мы только уверим ее, что галлюцинации реальны. Галлюцинации? Да. Именно они. И пока ты ведешь себя, словно Алиса реально, Эми становится хуже. Пойми же, наконец. Они ругаются. И что особенного? Просто не обращай внимания. Как не обращать внимания? Они же из-за меня ругаются. По крайней мере, о тебе они вспоминают. Иди сюда. Вы нас очень выручили, Рус. Не стоит, мне совсем не сложно. С ребенком ничего не получилось бы. Понимаю, не волнуйтесь. Целиком посвятите себя налаживанию отношений. Как у вас дела? Я сейчас приду. Можешь пока завести машину?
Увидимся вечером, Рус. Попробуй понять его, Ниша. Мужчины по-другому устроены. Они приспосабливаются по-своему. Вы же не на его стороне? Я не принимаю ничью сторону. Просто иногда можно не знать всех деталей. Ладно. Мне пора. Я только что заварила чай. Я пойду погуляю, подышу свежим воздухом. Все хорошо? Не волнуйся, я ничего не натворю. Пока. Что такое, дочурка? Что случилось? Куда ты едешь? В деревню. Мама послала за покупками. Обещаешь? Обещаю. Я поеду с тобой. Хорошо. Пристегнись. Брайан, что случилось? Спроси у мужа. На вокзал, пожалуйста. Как мы до такого дошли, Марк? Иногда мне кажется, что я схожу с ума в этом доме. И твоя поддержка не помешала бы, но ты... исчез. У меня сложная ситуация на работе. Куча всего на меня навалилась. Почему ты мне ничего не сказал? Потому что это мое дело. Я не хотел волновать тебя. Хотел, чтобы ты была счастлива. Поэтому ты соврал об Олив. Моей доченьке нравилась эта песня. Одна из ее любимых. И как плохи дела? До конца года нам работы хватит. Но если к этому времени мы не заключим новые соглашения, придется сокращать штат. А если заказов не будет и в следующем году, то... Можем продать дом, если придется. Нет, будет несправедливо. Мы же семья. Но этот дом именно то, о чем ты мечтала. Нет. То, что в нем, вот о чем я мечтала. Gentle Jesus, meek and mild, look upon a little child. Pity my simplicity, suffer me to come to thee.
Значит, сестра Скотта болела, когда они жили в Маршлинс? Ведь так? Поэтому ты сказал, что там жила пожилая пара. Ты была без ума от дома. Я не хотел, чтобы ты передумала. Почему я должна была передумать? Люди часто болеют. Что такого? Дело было не только в этом. Скотт упомянул однажды, что в доме происходят странные вещи. Какие, например? Он не сказал. То же самое, что происходит со мной? И ты молчал. Я сам ничего не знал. Говорю же, он не хотел об этом говорить. Посмотрим, не передумал ли он. Где Пол? Пошел гулять. Что случилось между ним и Брайаном Кисом? Вы должны знать, от вас здесь ничего не утаишь. Они подрались. Из-за чего? Из-за чего? Из-за тебя. Из-за того, что ты провела ночь с этим парнем. Кто вам такое сказал? Он и сказал. Рассказал почти всей деревне. Неудивительно, что Пол преподал ему урок. Он защищал твою честь. Слишком поздно, по-моему. Но ничего не было. Брайан другое говорит. И Пол ему верит? Почему он ничего не сказал? Почему вы мне ничего не рассказали? Он нам не разрешил. Взялся на слово. Черт. Рус. Она сама виновата. Она же сказала, что ничего не было. Что-то точно было. Я же вижу. Я всегда вижу. Рус, что случилось? Он уехал. Оставил записку и забрал свои вещи. Уехал? Сами прочитайте, я возьму машину. Зачем? Куда ты поедешь? Искать его. Если их нужно постирать, положи вон туда, я разберу. Вы с отцом разводитесь? Что? Нет, с чего ты взял? Вы все время ругаетесь. Нам сейчас нелегко. Почему? Из-за Эми? Она не виновата. А кто тогда виноват? Папа? Я? Нет, конечно нет, не неси ерунды. Иди ко мне. Никто не виноват. И мы не разводимся. Так что не волнуйся. Мы же вроде в магазин ехали. Сначала я хочу кое-что тебе показать. Бедняжка Алиса, как ты нашел ее? Я нашел ее дневник в твоей комнате. Это был секрет. Я знаю и прошу прощения, но он помог мне разузнать об Алисе, о том, что с ней случилось. Зачем? Что случилось? Был несчастный случай много лет назад. Она утонула. Значит, ты мне веришь? Да, я верю тебе. Пишет, что нам без него будет лучше.
Я пыталась не обращать на нее внимания, но она все равно не уходила. Может, ей что-нибудь нужно? Я спрашивала ее, но... Она разговаривает с тобой? Нет. Иногда она пишет что-то. Что? Одно слово. Раз за разом. И декор. И декор? Я не знаю, что это значит. Рус, почему ты здесь? Я знаю о драке. Знаю, что случилось. Тебе не обязательно уезжать. А что еще осталось? Это наилучший выход. Наилучший для кого? Для всех. Как бы я ни старался, я только все порчу. О чем ты говоришь? Я должен заботиться о тебе. О тебе, о матери, об отце. Но у меня не получается. Ты ни о ком не должен заботиться. Ты не обязан. Но я обязан. Только эта обязанность имеет значение. Просто... Я плохо его исполнял. Я не понимаю. Со всеми своими обязанностями, как хорошего отца, хорошего мужа, хорошего сына, я не справился. Это неправда. Правда. Посмотри на нас. Алиса мертва, наш брак разваливается. Вся деревня о нас судачит. Ты ни в чем не виноват. Это моя обязанность, Рус. Как отца, мужа, сына. Моя обязанность. А как ты собираешься исполнять его сейчас? Как ты собираешься заботиться обо мне? Ты и без меня проживешь. Не проживу. Ты мне нужен, Пол, не уезжай, прошу. Не хочу об этом говорить. Скотт, я понимаю и не спросила бы, если бы это не было так важно. Алиса, почему вы выбрали это имя? Оно было на картине в спальне. Имя маленькой девочки, которая когда-то там жила. Когда я услышал, как вы ее назвали, я отыскал вот это. Вам стоит прочитать. Моя сестра кое-что видела. Что видела? Девочку, которую звали Алиса. Мама думала, что Эми больна, но отец ей не верил. Он стал выяснять, и вот что нашел. 1967-й, девочка, 8 лет. Утонула. Алиса Боуэн. Марчленс. Боуэн, Алиса Боуэн. Родители Пол и Рус Боуэн. Рус. Наша Рус? Вы ее знаете? Она сидит с нашим ребенком, с нашей Алисой. Осталось 2 минуты, Рус, лучше уходи. Нет, я не оставлю тебя, и ты не оставишь меня. Дай мне уехать. Ехать куда? Не знаю, куда угодно, это не важно. Для меня важно. Я поеду с тобой. Но ты не можешь, ты сама говорила. Я ошибалась. По правде, я не могу остаться, без тебя не могу. А как же Алиса? Алиса мертва. А ты все еще здесь, ты все, что у меня осталось, я не могу лишиться и тебя. Ты серьезно? Вернись. Дай мне время все уладить, упаковать вещи, попрощаться со всеми, и потом мы уедем вместе. Начнем заново. Подальше отсюда. Обещаешь? Обещаю. Оли Франси, а ты почему здесь? Иди, Кор. Иди к... Ор.
Иди к Олив... Франси? Иди к Олив Франси? Иди к Олив Франси? Нет, Скотт! Господи! Вот, приехали. Хелен? Эдди, мы здесь! Что такое? Что случилось? У него был припадок, он принимал ванну и потерял сознание. Что? Все хорошо, я вовремя заметила. Я вызвала скорую, она скоро приедет. Подняли тут шум из-за ерунды. Ты же мог утонуть. Обычно они длятся всего несколько секунд. То есть такое и раньше было? Несколько раз. Почему ты молчал? Я хотел, но... Вы все время были заняты. Прости меня, Скотт. Я должна была заметить. Мы должны были заметить. Я должен был понять. Я должна была слушать. Вас обоих. Прости, доченька. Прости. И ты был прав. Разве? О чем? Давайте переедем. Эй, вы там! Я почти умер, не забыли? Ради бога, прекрати бродить, как безголовая курица. Ты во всем виновата. Я виновата? Я предупреждал, чтобы ты не пересказывал ему слухи, но нет, ты ничего не можешь держать в тайне. Держать в тайне? Держать в тайне? Думаешь, я не делаю это каждый день? О чем ты? Думаешь, я не закрываю глаза на твою низкую ложь? Мою? Ты правда думаешь, я не знаю? О чем? О тебе? Элис
Ранси. Рус! Рус, Алиса, вы здесь? Рус! Рус! Марк! Их нет дома. Она не отвечает на сотовый. Думаю, я знаю, куда она пошла. Пойдем. Что вы хотите? Олив. Вы меня не помните? Я Рус Боуэн, мама Алисы. Это ребенок Марка и Ниши. Да, я на них работаю. Вы вернулись за Алисой? Я вернулась за правдой. Я еще раньше хотела вам рассказать. Я оставляла подсказки. Крестик и пуговица, так это ты была? Я хотела, чтобы вы знали, как все было на самом деле. Но у меня не было возможности поговорить с вами, а потом вы уехали. А как ты узнала? Я же сказала. Я всегда вижу. И ты никогда не умел врать. Ну и разные мелочи. Одеколон, чтобы выгулить собаку. И почему ты молчала? Ты же мужчина. Раз уж это случилось, по крайней мере, ты был осторожен. Муж Лиз долго работал в компании. Когда он умер, я почувствовал себя ответственным за его семью. Я заходил к ней проверить, не нуждается ли она в чем-нибудь. Был для нее опорой в горе, и... все случилось само собой. Избавь меня от подробностей. Роберт! И твоя мать? Но как? Поначалу было легко. Если выгуливать собаку, то все равно проходишь через их дом. Так что зайти в гости было несложно. В гости? А потом Рус записалась на вечерние классы. А ты не хотела, чтобы Алиса мешалась у тебя под ногами. Он стал приводить с собой Алису. Говорил, что хочет, чтобы мы подружились. Алиса сказала, что нужно все держать в тайне, так как вы не разрешаете ей со мной играть. Она не хотела, чтобы вы ее наказали. Она всегда была послушной. Но когда умерла Алиса... в тот день Алиса была с тобой. Мы оставили девочек играть внизу. Она показывала мне свой крестик. Дала мне его надеть. Потом я предложила другую игру. Прошу, мне нужно знать. Я поспорила, что она не сможет подняться наверх. Я следила из прихожей. Я думала, она поднимется только до лестничной площадки.
Но она пошла к двери и открыла ее. Дверь была позади меня. И я ее не заметил. Уходи отсюда! Уходи! Алиса! Уходи, пока я не встала и не задушила тебя! Алиса! 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 Алиса, вернись! Вернись, Алиса! Олив! Олив, вставай! Все хорошо! Все хорошо, Олив! Все хорошо, пойдем! Нам нужно найти Алису, пойдем! Алиса! Она как будто исчезла. Если был бы всплеск или пузыри, я мог бы нырнуть за ней и попробовать вытащить, но она... Она просто... Исчезла. Роберт... Это все Роберт. Это был несчастный случай. Но он знал. Он с самого начала все знал. Но и слова не сказал. Значит, ты позвонил в полицию и соврал им. Лиз убедила меня, что так будет лучше всего. Алисе бы уже ничем не помочь. Она сказала, что не стоит разрушать и другие жизни. Мама говорила, что если правда всплывет, ее посадят, а меня отдадут в приют. Она и тебя заставила врать. А никто и не спрашивал меня. Простите. Вы столько лет ничего не знали. Ты не виновата. Ты не виновата. Ты не виновата. Это было невыносимо. Смотреть, как Пол с Рус мучаются, знать. Я хотел им все рассказать. По крайней мере, теперь я могу все объяснить, и они узнают правду. Не тебе это решать. Что? У тебя нет права выбирать, что теперь делать. Что? Ты предал меня. Ты унизил меня. Ты убил нашу внучку. Нет. И теперь ты хочешь снять с себя этот груз и обременить других людей? Заставить их страдать, чтобы чувствовать себя менее виноватым? Только представь, что будет, если все узнают правду. Все, что у нас есть. Все, ради чего я трудилась. Будет потеряно. Я не смогу ходить по улицам. Не смогу ходить в церковь. Я нигде не смогу показаться. И из-за чего? Из-за того, что ты подался никчемной похоти. Эвелин, я должен рассказать. Я не позволю. Ты меня понял? Я не позволю тебе все разрушить. Не собираюсь я расплачиваться за твою слабость.
Но Пол и Рус имеют право знать. У них и так полно проблем. Ты только потревожишь старые раны. И Алису уже не вернуть. Ты не посмеешь им рассказать. Ты не посмеешь рассказать никому. Ты понял? Никогда. Они здесь. Рус! Где Рус? Что случилось? Рус, ребенок, где они? Все хорошо. Все хорошо, малышка. Мы почти пришли. Уже совсем рядом. Я иду, доченька. Мамочка идет. Рус! Нет! Осторожнее, не двигайтесь! Что такое? Что случилось? Мы все о вас знаем, Рус. Мы знаем об Алисе. Вашей Алисе. Здесь я ее лишилась. Тут все произошло. Я ждала 43 года. Только чтобы узнать правду. Рус, Рус! Рус, отдайте ее мне. Отпустите. Малышка. Мне надо уехать, доченька. Обязательно. Но я вернусь. Обещаю. Когда-нибудь я вернусь за тобой. Попрощаешься? Знаешь, смена обстановки будет полезна нам всем. В новом доме Скотт поправится? Ну, у него эпилепсия, она никуда не денется, но если он будет осторожен, ничего страшного не случится. А что Алиса? Знаешь... Я, похоже, ошибалась на ее счет. Думаю, она заботилась о нас. Пыталась помочь. Предупредить нас. Похоже, Алиса и правда была хорошей девочкой. Пойдем, поможешь упаковать на кухне.
чуть позже. Ладно. Мне надо уехать. Но я оставлю дневник для следующего человека. И тогда он может стать твоим другом. Думаешь, она не будет против? Алисы здесь больше нет. Рус вернулась за ней и смирилась с ее потерей. Дом теперь полностью наш. Прощай, Рус. Мне жаль. Мне очень жаль. Обязательно пиши и ничего не упускай. И звони, когда сможешь. Я буду рада услышать твой голос. Мы будем звонить. Не волнуйся. Без тебя этот дом совсем опустеет. Ты привыкнешь. Отец ведь будет с тобой? Дорогая, все забрали? Да. Мы все забрали.